1 января 2015 года планируется увеличить ставки транспортного налога. При этом отменяются сроки уплаты налога, как предписывает федеральное законодательство. Готовятся и другие изменения. Вопросы налогового регулирования в ближайшее время станут темой обсуждения Кабинета министров. Но предварительно они уже рассматривались на заседании Общественной палаты. С 1 января 2015 года предлагается увеличить ставку транспортного налога. Рост от рубля до 13, в зависимости от автомобиля. Так, за мощность двигателя до 100 лошадиных сил придется заплатить 13 рублей вместо 11. Для автолюбителей стоимость транспортного налога увеличится на 148 рублей. На сегодня с такой мощностью 63% всех транспортных средств в республике. Если мощность автомобиля от 100 до 150 лошадиных сил, ставка увеличится на 4 рубля, с 19 до 23. В среднем транспортный налог увеличится на 500 рублей. При мощности от 150 до 200 лошадиных сил платить будут 37 рублей. Действующая ставка 31. Это на 1050 рублей больше. Изменение коснется 3% автовладельцев. До 250 лошадиных сил ставка повышается с 62 до 65. За мощные автомобили придется платить 85 рублей за единицу. Таких железных коней в Чувашии 1%. И платить они будут транспортный налог на 2500 больше, чем сейчас. При этом Светлана Янилина подчеркнула, что в Чувашии ставки транспортного налога остаются одними из самых низких среди регионов Приволжского федерального округа. Сумма дополнительных доходов индексации ставок транспортного налога оценивается в 2015 году порядка 109 миллионов рублей. Транспортный налог является источником формирования дорожного фонда республики и дорожного фонда муниципальных образований. И в полном объеме направляется на строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог республики.